There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ой, извиняюсь, у меня жвачка во рту передает привет. Это очень тупая причина. Вот, мы с ним поругались. И сейчас мы, короче, едем поздравлять Давида. Мне вот так не поздравить. Ну что? Сегодня жестко поругались с Давидом, Джибек вышла из группы, у нас была драма, он до сих пор на нас обижен, вот. Но мы его любим, поэтому мы тут. Да, а так могли не приезжать. Это что за бархатные тяги? Кейф-теме! Ну ничего мы делаем. Поздравляем Давида нашего с днем рождения, с которым мы сегодня поругались. Я тебя! Днем рождения тебя! Днем рождения, Давид! Днем рождения тебя! Загадай что-нибудь классное. Да. Давай. Спасибо. Я скоро встаю на ночь. Ну, так что едет в это. Это что за тяги? Возьму ли как-то видео? Кефтеме! Я, короче, молодец, потому что я еще раз уронила свой телефон, и у меня просто, короче, моя защитка поехала жестко. Вот так вот живем. Короче, ребят, сегодня последний день съемок. Время 4:30 утра. До моей очереди еще не дошло. Моя сцена самая последняя. И так получилось, что мою сцену нельзя будет отснять раньше, поэтому я жду сейчас. Все это время проходят съемки. Спать смысла нету, потому что будет недогон. Сейчас у нас уже перерыв на сухур. Закрываем рот и снимаем дальше. Руки-ноги осталось еще чуть-чуть. Я сегодня я пришла очень срочно, пробила окошко у моего мастера. Кстати, у меня чуть-чуть вот, я, короче, хотела быть такой natural girl, типа без ресниц, типа без ногтей, все такое, но что-то, как видите, не получилось. Я в 4 часа утра написала своему мастеру, типа, блин, пожалуйста, у вас есть завтра окошко, пожалуйста, вообще любое. Оказывается, она хотела домой пораньше где-то, и за меня она до сих пор тут сидит. Ну, простите меня. Я вас люблю. Прикиньте, за час вот так вот записывайтесь. Офигеть, Давид, ты чё? Да, я сейчас подойду. Он подстригся. Привет. Как, я же сказала, ты будешь в шоке вчера. Прям как год назад, Давид, капец. Хорошо, как сам. Офигеть. Я, смотрите, какой стол длинный, просто... Ребята, это что, свадьба? Я не могу понять. У Давида день рождения проходит как той какой-то. Вот я иду сейчас, до сих пор еще стол не закончился. Привет! Как дела?
Давид, я в шоке. Ты неужели подстригся, еще и перекрасился? О май гад! Ты младше теперь выглядишь. Спасибо, я вот круто здесь посидел. Ну, классно, классно. Боже мой, тут очень много людей. Он прям должен туда лететь. Это примерно Давид позвал весь Бишкек. Ты знала? Я знала. А какой ты знала? Потому что всем чалбатом, когда на испуле выглядит. Что там? Офигеть! Что там? Что там? Дети! Вы чего тут делаете? А я знала! Дима тоже точно! Офигеть! Вы что тут делаете? Тише! Ну ладно, что здесь? Как духами сидит. А я знала! Тише, тоже идиот! Прям, знаешь? Это ж... А, это ваша первая реакция на мой хиджаб. Ой, быстро. Очень идет. Это наша будущая актриса. Да, скоро будет фильм. Я надеюсь, в Казахстане будет показывать. Да, будут примеры будет в Казахстане, да. Офигеть, вот ты. Собирайте все. Заранее будем делать программу. Вот она. И что подарили Давиду? Ну-ка, покажи. Покажи. Ай-яй-яй, красота. Эй, не хочешь случайно? У меня скоро день рождения, да именно. Ай, видать, Кутолсон, эй. Что, счастлив? Я шок, это мой виш-лист. Знаешь, сколько он стоит? Давид, можно еще раз тебя с днем рождения? Я тебя очень люблю. Ты тот именно человек, который может заменить, ну, любого абсолютно, и брата, и лучшего друга, и лучшую подружку, папу. Наша самая главная опора и поддержка, наш самый главный мотиватор. Ты абсолютно всегда с нами переживаешь вместе с нами и грустные моменты, и самые счастливые моменты. И на весь этот прошлый год случилось просто куча всего. Не будь, пожалуйста. И надеюсь, наши последующие дни будут еще насыщеннее, еще интереснее. И обязательно добьешься всех своих поставленных целей. Днем рождения. Короче, женишься ты через 5 лет, не забывай. Жениться ему нельзя. Вот. И вот мы тебя все очень любим. Ты самый лучший менеджер. Почему он такой странный? Вот. На тот момент я не знала то, что вот спустя несколько лет, ну, пердила я хитила. Вот, то, что мы будем так хорошо общаться, будем... Сейчас мы будем играть! Что мне от вас требуется? Вы все друзья, правильно? Сидеть мне за дверем. Итак, со счетом 6-6, вы на равне! Хорошо, Лень! Пальцем указывайте, чтобы администратор подтвердил ваш выбор, далее вы засыпаете. Хорошо? Упор делаете на ноги. Вы же вниз будете падать на ноги. Еще раз повторюсь, ноги не скрещивают. Да, ноги держите, держите напряжение, потому что любой из вас может... Так скажу, если Хома не мафия, то я вот прям могу сказать, мое мнение останется на Аяне конкретно. Так ставь сразу на Аяну. Вот Джебек, я тебя поддерживаю. Слушайте слова вашей. Короче, Аяна обманывает очень сильно. Я хочу, чтобы... Итак, 10-й. Меня специально не убили! Что ты, дурак? Я не убили! Ты меня не убили!
происходит? Не должен. Это эмоции. Мотан, стоп! Не снимай так. Давай ты не реагируй, не ты. Потому что вы все под моим. Я не понимаю, кто из вас мафия. Подожди, не реагируй. Хорошо. Стоп, стоп, нет, нет, нет. Что с вами убиваете любого? Нет, стоп, можно мы успокоимся, потому что важно выиграть, пожалуйста. Чтобы вы понимали, время 4 часа утра. У нас еще один кон. Один кон мы играем уже час. Я в шоке. Это просто самая жесткая игра. Мы сидим, просто орем друг на друга. Мы как будто здесь драться собираемся. Злата, не спи, играй! Играй! Когда ты док, ты классный док. А когда ты комиссар, еще лучше! Чтобы это чей был? Это чей был? Аминь. Тихо. Сейчас тихо. Просто да, они, мне кажется, сейчас мафия просто очень хорошо подставляет. Хотела подставить меня или Ди. Но так сложилось то, что мы все остались живы, и мы все остались здесь. И сейчас, мне кажется, вот Ди вот прям искренне говорит. Мне кажется, все-таки по моей интуиции. Потому что я думаю, автор это ты. Я не мафия! Нас покидает. Мирный житель. Ура! Проститутка был второй. Короче, знаете прикол? Можно быстро скажу? Да! Чтобы ты проголосовал за кого-то из нас. Да! Этого ты... Кого? Вот! Вот ты видишь, что скажу. Да, да. Доктор, не я. Доктор, она. Не я. Капец, как ошибались. Пятый номер. Как ты выбираешь, а? Нас покидает мирный житель.